продукты питания, питьевая вода, медикаменты, постельные принадлежности, наушники, рации. Список предметов первой необходимости, который с приближением зимы пополнился спросом на термобелье, теплые перчатки, обогреватели, гвозди, топоры, пилы и лопаты. Все это и многое другое отправили в Донбасс. Акцент делаем на тепловые пушки, на обогреватели, на пленку, потому что у людей, да, стекол нет, окна выбиты. Обогреватели, потому что воды нет, соответственно, у тебя система отопления не работает. Да? Нужно обогревать чем-то помещение. Обыденные для нас вещи в местах военных действий и на освобожденных территориях стали жизненно необходимыми. Одинцовские волонтеры совместно с депутатами-единороссами, общественными организациями и неравнодушными гражданами всего за месяц собрали более 30 тонн гуманитарной помощи. Волнует наших волонтеров не только налаживание минимального быта военных, но и их душевное спокойствие. Иконы, письма, детские рисунки – там на вес золота. На этот раз Екатерина Скорикова, в числе прочего, привезет в Донбасс письмо. Сейчас я везу письмо одной девушке, которая ищет своего парня. Она уже написала 40 писем. Вот я как раз 40-е письмо везу. И вот там военных спрашивают, может быть, они знают, где он находится, чтобы передать ему это письмо. Волонтерская миссия не ограничивается сбором и отправкой вещей. Все больше людей хотят выехать на освобожденные территории, чтобы непосредственно там оказывать помощь нуждающимся. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».